Сегодня в Кишиневе простились с Михаилом Волонтером. Гражданская панихида состоялась в Национальном дворце республики. Пришли те, кто знал его лично, а также простые почитатели таланта легендарного Будулая. Именно этот образ, сыгранный им в фильме «Цыган», прочно впечатался в сердца миллионов поклонников в родной Молдавии и на всем постсоветском пространстве. Последние годы у Михаила Ермолаевича были серьезные проблемы со здоровьем, и болезнь оказалась сильнее. Актера похоронят на центральном кладбище Кишинева, где покоятся наиболее заслуженные и известные люди страны. Сегодня в Молдавии объявлен траур, приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия и даже акции протеста.